Ну что вы знали вообще про Луцк, когда ехали сюда? Я... Что тут Луцкий замок есть? У меня тут тетя свадьба была. Угу. Пока что я ничего не знала про Луцк. Когда родители сказали, узнала только. Вам больше всего, с чем первое, что вас удивило здесь, может быть? Тут очень зелень. Много зелени? Зелень, да. Угу. Мне тут... люди долго. Зелень нравится, замок Люберта. Когда вы уезжали из дома, там были уже неспокойные? А я из дома уезжала, когда все хорошо было, еще в начале весны. Угу. Я просто там домой ехала. Угу. Я уезжала, когда уже начали бомбить аэропорт. По новостям показывали. Угу. Вам было слышно? Да, в городе? Да, родителям было слышно. Угу. Я не слышала, потому что я крепко сплю ночью. Ну хорошо, и вы приняли решение уехать вместе с папой? Да. Папа тоже здесь? Да. Ваши родители устроились на работу здесь где-то или как вы вообще? Да. Папа, да. А мамы? Мама тоже? Нет. Папа мой работает, а мама нет. Угу. Потому что у меня младший брат. Ваши одноклассники, они другие, такие же, как и ваши предыдущие. Хорошие. Мне кажется, что эти одноклассники чуть-чуть такие нормальные. Получше? Чуть-чуть получше, чем были другие. Тут вообще вас хорошо приняли, спокойно, тепло, или вам было сложно как-то влиться в коллектив? Что вам больше всего нравится, кроме замка в Луцке? Где вы любите гулять, проводить время? Я люблю в парке тут гулять, в зоопарке. Я тоже. А вы когда учились в своих школах, в своих городах, вы же посещали какие-то дополнительно кружки, секции, да. Чем-то занимались? Вы смогли здесь? Я тут бальными танцами занимаюсь уже 6-й год. Ты занимаешься бальными танцами так много, а здесь тебе... Удалось остановить? А партнер, это же очень важно. Есть. Нашла партнера? Да. Отлично. Мы уже выступали на вторник этот. В английский? Добавь, Настя, на английский ходит 2 раза. Да. Угу. А ты? Я в Донецке занималась танцами и сейчас тут занималась. И бросила, потому что танцы во вторую... Ну, когда я учусь. Угу. Ну, хорошо. А что вы могли бы сказать, например, своим... жителям своих регионов о том месте, где вы живете, если у них, допустим, есть еще какие-то страхи, надежды на то, что там будет лучше или там, что здесь хуже. Приезжайте, тут хорошо, тут люди хорошие. Я хочу сказать, что все жители Донецка и Луганска приезжали сюда, в Луцк, и жили спокойно и мирно.